Всем привет, мои хорошие! Сегодня будем с вами окрашиваться краской Faberlic Expert Color оттеночком 8.1. Считаю его самым красивым вообще из всех существующих. Сейчас покажу вам на свету свой исходный цвет и покажу, что у нас получится. И будем тестировать вот такие вот микроигольные патчи от Blom. Это инновация. Здесь в каждом патче на сантиметр около 100 микроиголочек, которые остаются в нашей коже после использования и потом там растворяются. Здесь гиалуроновая кислота. Для чего эти иголки? Для того, чтобы все компоненты, полезные питательные вещества проникали внутрь нашей кожи как можно глубже. Высокая плотность расположения гиалуроновых микроигл, то есть они в себе содержат сами иголочки гиалурон, обеспечивает эффективность патчи за счет двух механизмов. Прицельная доставка пептида и интенсивное обеспечение глубоких слоев кожи гиалуроновой кислотой. И механическое воздействие на кожу микроиглами, вызывающее выработку нового коллагена. В общем, очень интересно. Я буду впервые пробовать этот продукт, но знаю, что уже у него много поклонников. У меня вот такая коробочка, в которой 4 патча для лба. Давайте посмотрим с вами, что же здесь у нас внутри, как это все выглядит. Коробочка красивая. Так. И вот они, 4 упаковочки, да, абсолютно такие беленькие пакетики, ничего на них не написано. Откроем и посмотрим с вами. Ух ты, смотрите, как это выглядит. Переливается разными цветами, а с этой стороны вот так. Очень интересно. Ну, давайте начинать. Давайте начинать с окрашивания и потом приклеим вот эту штуку. Так. Вот так, девчонки, выглядит мой цвет волос до окрашивания, да? Такой, я бы сказала, желто-оранжевый, да? Вот, а сейчас будем наносить краску. Намазалась, девчонки, красочкой 8.1. Я в предыдущем видео вам уже говорила, что она из всех мной перепробованных самая лучшая, самая стойкая, самый красивый оттенок. И Oriflame я пробовала, и L'Oréal, и другие из масс-маркетов краски. За год перепробовала, и все-таки вернулась к эксперт. И буду краситься только ей. Вот 8.1 – это тот оттенок, на котором хочется пока остановиться. Давайте теперь тестить патчи. Так, мы с вами уже вскрыли, теперь смотрим способ применения. Достать патч из упаковки, удалить белую защитную пленку по периметру. Я так понимаю, вот эту. Давайте вскрывать. Очень классно вообще, что каждый патч в своей упаковке. У Blom, кстати, есть в Инстаграм группа, можете подписаться, посмотреть, там много обучающих видео интересных. У них несколько патчей есть для зоны вокруг глаз, для носогубных складок. Вот, смотрите, весь перечень. Сейчас вскроем. Тяжело вскрываются, на самом деле, прям упаковка такая добротная. Так, удаляем белую часть по периметру, написано у нас. Давайте ее удалять. Ой, тяжело, надо чем-то поддеть. А ногтей-то нету. Все. Вот, девчонки, смотрите, как она отклеивается. Удалили. Дальше. Нанесите патч на чистую сухую кожу лба, не касаясь руками микроигл в центральной части. А, вот эти вот точечки, да? Это микроиглы. Я вам сейчас покажу этот патч поближе. Вот как он выглядит с одной стороны, да, такой блестящий. И вот как он выглядит с другой стороны. Видите, вот эти вот маленькие точечки, я так понимаю, что это микроиглы. Ну и давайте теперь прилепим патч кожи лба. Так, у меня она чистая, сухая. Ой, ой, там правда иголочки. Когда надавливаешь, это чувствуется, но это безболезненно, я бы сказала, даже приятно. Надавить на патч для его активации прижимающими, а не разглаживающими движениями. Ой, иголки! С ума сойти! Я чувствую, что иголочки прям вонзаются в кожу, серьезно. Но это не больно, совсем не больно. Надо было повыше еще, наверное, поднять, ну ладно. Ой, прям иголочки, иголочки. Сейчас, наверное, когда перестанет колоть, тогда, да, вот потихоньку в некоторых местах перестает колоть. Дальше мы оставляем патч на коже на 25 минут. Для большей эффективности можно надавливать на патч каждые 5 минут. Аккуратно снять патч по истечении времени.
Супер. Микроигралы не содержат консервантов, одушек, красителей, силиконов, минеральных масел и выраженных аллергенов. Они еще такие красивые, девчонки, если зайдете к ним в Инстаграм, там прям они все эти патчи красивые, можно посмотреть на них. Состав. Сейчас вам покажу поближе коробочку, увидите состав. Смотрите, девчонки, вот состав. Результаты оптической 3D профилометрии участков кожи. Ничего себе, смотри, через 5 применений вообще должно все разгладиться. Подробная инструкция. Сам сайт, вот, да, blom.ru. А производство у нас, смотрите, Пермь. Это тоже наши отечественные производители. По заказу город Москва, Бломрус, да? Вообще здорово. Значит, это отечественные производители, и это радует вдвойне. Вот подробная информация. Сейчас покажу вам, какие они бывают. Вот. Очень интересно. Микроиглы выполнены 98%, наполнены, да, гиалуроновой кислотой. Супер. Девчонки, я еще надавливаю, чувствую, что иголочки проникают в мою кожу. Так интересно на самом деле. Чувствуешь вот эти покалывания множественные, но болезненности никакой нет. Такие вот легкие покалывания. Вообще здорово, интересно, инновационный продукт такой. Прикольный. Ну, в общем, я буду держать 20 минут. По истечении 25 минут мы с вами увидимся. Краску буду держать, наверное, минут 40. И тоже покажу вам потом результат. Я уже вижу, что мои волосы возвращаются к моему любимому цвету. Я больше не буду изменять краски Эксперт Колор, оттеночку 8.1. Так что увидимся через 25 минут. Ну вот, девчонки, настало время снимать патч. Когда уже нажимаю, то не колет. На ощупь он такой тепленький, мне прям страшно. Так, снимаем. Ух ты. Сейчас я возьму зеркало. Очень хотелось посмотреть, остались ли на коже дырочки от игл. Да, девчонки, на лбу действительно есть дырочки. Я сейчас попытаюсь, конечно, это дело вам все показать поближе. Увидите вы, не увидите, но они есть. А, такие же, как вот на самом патче. Блин, это на самом деле прикольно. У меня единственная морщина, которая есть, да, как вам пока. А вот. Вот она, вот это. Я надеюсь, что патчи мне помогут решить эту проблему. А так прикольненько. Вот уже иголочки все остались, получается, у меня в коже. И они содержат в себе гиалуронку. Она будет растворяться, то есть не на поверхности, да, а получается поглубже. Вообще очень, конечно, здорово. Кожа на ощупь гладенькая, ничего не чувствуется. Буду смотреть дальше на эффект, делать. И так вообще очень прикольно, девчонки. Это что-то новое. Кожа красная в тех местах, где были иголочки. И дырочки уже начинают пропадать. Но вообще интересно. Интересный продукт, какое-то новое слово в уходе. Почему бы нет? Поэтому буду делать дальше. И потом обязательно в Инстаграм поделюсь. Потому что здесь как бы в идеале советуют нам проделать курс. Проделать курс, девчонки, из 4-6 применений. У меня как раз 4 патча с промежутком в 48 часов. То есть каждые 3 дня 4 патча. Вот эта коробочка мне как раз на курс, чтобы избавиться вот от этой морщинки. Я как проделаю весь курс, я обязательно и в пустых баночках с вами отзывом поделюсь, да, работают они или нет, и в Инстаграм. Потому что, мне кажется, если это работающая вещь, то многим девочкам будет интересно. Ну, а так пока все понравилось. Очень прикольный продукт. Сейчас скоро пойдем смывать с вами краску и посмотрим, какой получился цвет. Ссылочку, кстати, на сайт Блум я оставлю внизу. Можете пройти, ознакомиться с продукцией. Там очень легко заказать. Все подробно, понятно, лаконично. В инфобоксе будет ссылочка на сайт. Переходите, посмотрите. Вот, девчонки, при искусственном освещении цвет получился обалденный. То, что я хотела на самом деле. Такое легкое амбре. Вот так легла краска на мой цвет. Первоначально вы видели, да, я результатом довольна. Это то, как раз, что я и хотела.
Ну и на этой ноте буду заканчивать видео. Если оно было вам интересно или полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Я с вами прощаюсь. До следующих видео. Всем пока-пока.